Ленинское управление социальной защиты населения перешло на новое программное обеспечение. В результате этого получить денежную компенсацию льготники смогут лишь после оплаты за предоставленные услуги. А именно, успел заплатить до 10 числа текущего месяца, в следующем придет возврат. До Нового года мы могли на основании сведений управляющих компаний о затратах, которые не рассчитываются от фактического потребления, а рассчитываются от объема, произвести начисление таких затрат и гражданам произвести оплату месяц в месяц, что называется. Сегодня у нас просто такой возможности нет. Мы хотим предупредить граждан, чтобы они не боялись, никто никуда не потеряется, просто сроки назначения компенсации, они немного сдвинутся. Новые правила, возможно, дисциплинируют тех, кто забывает вовремя оплачивать полученные коммунальные услуги. Те же, кто платит как положено, и компенсацию получат вовремя. Все получат, чтобы люди не волновались, не переживали. И если у кого-то возникнут какие-то вопросы, ну или на почту не пришли, не принесли домой, либо нет на лицевом счету этих сумм, пусть приходят к нам, мы поможем, разберемся. Но это просто вот временная такая вот сейчас ситуация, и все будет хорошо. Александр Шишов, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.